Всем салют, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас две вот такие вот большие посылки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров, и все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня у нас две вот такие большие посылки. Давайте начнем с посылки, которая поменьше, и посмотрим, что там. Значит, посылка шла 21 день. Оценена в $5. Здесь Bluetooth колоночка, недорогая Bluetooth колоночка. Трек номер отслеживался, все дошла очень быстро. Запаковано хорошо, но единственное, что колонка прощупывается. Так что я думаю, как бы она ни была повреждена, все-таки надо было запаковать как-то получше. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, все ли у нас цело, все ли у нас дошло, в порядке ли все у нас здесь. Так, все, в пакете больше ничего нету, пустой пакет. Запаковано вот такую вот пупырку. Китайцы шлют вот уже какая посылка с пупыркой, которая вообще нифига не пупырчатая и плохая очень пупырочка, пленочка. Пакетик весь такой грязный, пошарпанный. Такое ощущение, что этот пакетик, не знаю, что с ним делали, мусор в нем выносили, потом колонку положили, пакетик очень замызганный. Где-то годами валялась на складе она, что ли. Значит, колоночка. Такая вот бумажечка. Что это за бумажечка? Давайте посмотрим. Здесь технические характеристики, как я понял. Да, технические характеристики. Так, вот видно. Видно вот такие вот технические характеристики. Здесь ничего нету. То есть даже нормальной инструкции нету. Какая-то бумажка. Сделанные на принтере, больше ничего нету. И провод USB, и все, больше ничего в комплекте нету. Значит, давайте провод достанем. Вот такой провод, сантиметров 30, наверное. Вот все. Значит, сама колоночка у нас приятный пластик на ощупь, приятный пластик. Сходу видно, что динамик только один. Вот, наверное, вам даже видно, видите, здесь блестит динамичек, а здесь нету, пусто. Ну и смотрел я обзоры этих колонок, то есть они с одним динамиком. Что у нас имеется? Значит, имеется вход под USB, имеется вход под microSD карту и вход для зарядки microUSB. Попробуем включить, заряжена она, не заряжена. Что-нибудь подаст признаки жизни или нет? The Bluetooth device is ready to pair. О, заговорила. Заговорила, давайте найдем плеер и попробуем что-нибудь включить. Итак, друзья, плеер я не нашел, но нашел вот телефончик. Сейчас попробуем привязаться через Bluetooth. Посмотрим. Найдет он чего, не найдет. Да, нашла. Попробуем. The Bluetooth device is connected successfully. Подключилась. Значит, колоночка подключилась. Попробуем теперь включить какую-нибудь музыку. Попробуем, звук убавляется. Это перемотка даже, это не убавление звука, это кнопочки перемотки. А убавлять звук, наверное, надо на устройстве. Нет, а как же убавлять звук? То есть, я так понял, звук здесь не убавляется вообще. Значит, кнопка стоп-пауза. Да, стоп-пауза. Это кнопки перемотки трека. А кнопок звука, звук не убавляется. То есть он вот на одном уровне. Все. Очень плохо, конечно, очень неудобно. Попробую я в ней разобраться еще. Может быть, я что не то делаю. Значит, сделаю на эту колонку отдельный обзор в ближайшем видео.
И уже посмотрим, что не так. То ли у меня руки кривые, то ли и правда на ней звук не убавляется. Напишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. А мы приступим дальше, к дальнейшей распаковке. У нас еще есть вот такая вот посылка. Шла эта посылка 36 дней. Трек номер не отслеживался. На ощупь чувствую, что здесь наушники. Наушники. Все запаковано. Откроем, посмотрим. Мне прям так не нравится, когда китайцы отправляют плохо вот запакованный товар. С учетом нашей почты, я вообще не знаю, как они дошли в нормальном состоянии. То есть, вот такие вот наушнички. Вот, да. Наушнички с микрофоном. Купил я их для скайпа, чтобы можно было общаться по скайпу. Очень мягкая вот эта вот штучка. Забыл я, как она называется. Значит, что мы имеем здесь? С наушниками никакой инструкции не было. Есть прибавление и убавление звука, что очень удобно, прямо на наушниках. И включение и отключение микрофона. И штекер. Штекер 4-пиновый. Очень удобные наушнички. С микрофончиком. На них я тоже сделаю отдельный обзорчик. И уже посмотрим. Маленько их поиспользую. И будет видно, как они, что они. Здесь вот раздвигаются. У меня есть наушники Sony. Но в них удобно. Все, хороший чистый звук. Но на них нет микрофона. Здесь вот есть микрофончик. И что, вот смотрите, гнется. Можно подстроить под себя. Посмотрим, что за микрофон здесь установленный. Ну, в общем, вот, сегодня была такая распаковка. Обзоры на эти товары будут в ближайших видео. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Заходите в ВКонтакт. На страничку ВКонтакте описание будет все под видео. Если кто-то захочет купить этот товар такой же, описание будет под видео. Пожалуйста, заходите. Ставьте лайки, комментируйте. Все, всем пока.